Инфопресс. Здравствуйте, в эфире программа «Инфопресс». О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Арысев. В России привыкли действовать на опережение в случаях совершенно неподходящих. Как пишет газета «Ветский наблюдатель», в преддверии Дня Победы, видимо, во избежание распространения гитлистовок в поддержку Навального, полицейские изъяли таковые из штаба оппозиционеров Кирве аккурат в ночь на 9 мая. Как выяснилось, полицейские сработали по звонку от некого гражданина И, который сообщил, что в штабе изготавливаются листовки экстремистской направленности. Вообще, смысл даже, наверное, не в их содержании, а в том, что изъять их все разом проще и практичнее, нежели весь день собирать по городу полному праздных горожан. Инфопресс. Почта России уникальное предприятие настолько, что вполне может позволить себе диктовать условия не только россиянам, но и зарубежным почтовым сервисам и их пользователям. Как пишет портал iKirov.ru, еще с середины прошлого месяца в аэропортах Москвы скопилось около 500 тонн зарубежных почтовых отправлений, ожидающих таможенного оформления. Из-за этого оператор складов Шереметьево временно прекратил прием международной почты и самолетов. Однако и на сегодняшний день ситуация не улучшилась. Как сообщил в Facebook работающий в Афганистане фотокорреспондент New York Times Сергей Пономарев, Почта России через посольство разослала своим коллегам в другие страны уведомление, чтобы те не принимали почту в России в связи со сложностями с таможенным оформлением. Думается, с такими темпами юмор в отношении свойств российской почты станет достоянием международным. Случайные люди, как правило, в политику не приходят, а уж если попадают туда, то судьбе их на этом поприще, как правило, не позавидуешь. Потому, наряду с правительством и парламентом всем нам привычным, уже давненько в Кировской области существует так называемый молодежный, призванный быть чем-то вроде кузницы кадров. Однако, как пишет газета «Репортер», вопрос по нему довольно радикально недавно поставил на рассмотрение коллег депутат, вице-спикер Кировского заксобрания Михаил Курашин. По его словам, молодежный парламент является органом при законодательном собрании, но фактически прекратил свое существование, и показатели его работы неудовлетворительные. А все потому, что представители парламента просто-напросто потеряли интерес. Посему Михаил Вячеславович и предложил передать молодых на уровень управления по делам молодежи при областном правительстве. Хотя, думается, не ровен час по такому вектору может встать вопрос о целесообразности существования и последнего. Инфопресс. Как говорят, обед должен быть по расписанию, так и 9 мая – день неприкосновенный в любых смыслах. Подчеркивает этот тезис в своем твиттере бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнауков. Ко Дню Победы, по его словам, все удивительно сошлось. И похороны Березовского, и снос оппозиции, и уход уважаемого хозяина внешней политики. И, может быть, даже к лучшему – остался лишь праздник. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс.